На уборку в сквере Дворца молодежи вышли рано, чтобы и людям не мешать, и к их появлению уже убрать все лишнее. А этого самого лишнего здесь в избытке. Опавшая листва, мусор. Времени на тотальную зачистку парка у сотрудников дирекции благоустройства города немного. Сквер убирают с привлечением техники. Она подметает дорожки и плитки. Где техника не проходит, там ее прикрывают люди. И работают хорошо. Уже набралось десяток полных мусорных мешков. Только на территории сквера Дворца молодежи. Убираем парки, скверы, подметаем листву, собираем. Происходит также у нас подготовка деревьев, побелки. Уже убраны сквер на Соборной, имени Соболева, бульвар Победы. Также очищены тротуары на 12 улицах и в парках. Помимо этого очистят и территорию памятников. Подготовку памятников. Памятник Маргелова, памятник Победы. Готовим братство по оружию при Окском. То же самое работу проводим по подбору листвы, технику готовим, которая там на данный момент стоит. Замена табличек там происходит, в этом году будет. Случайный мусор выбросили с 24 городских зон. Из скверов имени Уткина, Скобелева, Театральной площади, Первомайского проспекта. Параллельно началась побелка деревьев. Срок окончания уборки и санитарной очистки города уже объявлен. Его обозначила глава Елена Сорокина. К 1 мая город должен быть очищен от мусора. Также мэр города поручила префектам районов внимательно следить за заверенными территориями и уделять внимание даже небольшим зеленым зонам и участкам. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».